Всем привет! В этом году я не успела вам показать весеннее цветение своих орхидей, поэтому посмотрим на остатки весенней роскоши. Видите, вот отцветают уже. Я буду вставлять фотографии, когда они были в полном цвету, те, которых успела пофотографировать. Это пират Пикати, бабочка. Кстати, сейчас очень часто встречается в магазинах обе. Пират Пикати уже второй год очень часто встречается. Постоянно попадается на глаза то бабочки, то пилорики. Именно пираты. Вот такой он красавчик-цветун. И уже там и листочки в рост идут. Это так и особо неизвестная, в общем, орхидейка. Предположений много очень вы накидали. Я таки не смогла выбрать, какой из них больше все-таки ей подходит. Она желто-бежевенькая, наверное. Ну, такой персиковый оттенок у нее. Тоже вот уже поотсушивала некоторые. Стала немножко бледнее. Но цветочки держит долго. И там у меня сюрпризом еще отцвел дендробиум нобель, уже отцвел. Цветочек спрятался, но по запаху можно узнать, что он цветет. Еще держит пару цветочков Egyptian, и вовсю распустился горизонт. Он уже тоже больше месяца держится. Так что я думаю, что на все лето его хватит. Терракотовый такой цвет, кирпичный. Красивый очень. Смотрите, какую кисть распустил, гроздь. Это он на двух цветоносах. Я их просто подвязала к такой дуге, чтобы они не разваливались в разные стороны. Вот они у меня букетиком стоят. Он немножко ароматит. Не так, чтобы на полкомнаты было слышно, только если очень принюхаться. Дикий кот. Из центра пока ничего не выдает, но дорастил гроздь. Такая плотная-плотная, знаете, и тяжелая, как гроздь винограда прям. Вот он висит вертикально вниз. Не успела я вам отснять чья Ейинлин в полном распуске. Ну вот, остатки былой роскоши. Вот здесь у нее тоже были цветы. Вот она продолжает отсушивать уже. Это вот один цветонос. Вот у нее куча-куча веточек. А вот это второй, без веточек. А это старые. Нужно их просто обрезать, наверное. Она не хочет, видимо, на старых цветоносах ничего выращивать. Давайте я вам ее попробую достать. Так, это мы ее пересаживали просто в стакан. Вот, можно один лист убрать. Она решила отсушить. Раньше она у меня стояла на солнышке, но наступило лето, и я ее убрала в такой тенечек. Так, давно я не доставала. Смотрим, что с корнями. Ох, какие морковки.
это вот новые корешки, и там на дне вот это вот новые корешки. Видите? Вон граница старого стаканчика. А вот то, что она на дно уже прилепила, вот это вот светло-зелененькие, это новые корешочки, все. Так что наш эксперимент проходит вполне удачно. Вот видите, граница старого стаканчика. Вон ком корней. А вот это вот все зелененькое, это уже новое. И, конечно, видите, сушняк надо поубирать. Некоторые корешки отсохли. Но зато много новеньких. И она сюда растит. Растить сюда розетку, скоро вывалится. Как отцветет, нужно будет повернуть этой стороной. Так, этот корешок надо будет вниз опустить в стаканчик, а то что он у нас наверх полез. Эти можно будет попробовать вниз опустить, так чтобы не сломать. Я наливаю где-то вот так чуть-чуть водички, видите? Ком напитывается. Это я вчера полила немного. Вот аж куда вода поднялась. Вон все зелененькое. Вот эти корни. Вот они, зеленые. Это вот аж по нему сюда наверх вода поднялась. А эти не подтягивают. Видите, видимо, где-то переломанные. Вот сюда он дотянул. А дальше пока что не стремится. Но водичка еще чуть-чуть есть, капелька осталась. Может, еще дотянет. Вот так вот я сейчас практически все свои орхидеи поливаю. Раз в пару недель прохожусь и на дно пол сантиметра наливаю воды. Видите, на солнышке подгорел цветочек. Веселые такие. Здесь все отцвели, а вот фронтеру, кажется, я вам так и не показала. Когда она распускается, у нее вот эти вот точечки, они более салатовые, а потом она становится такая побледнее, но все равно контрастная, красивая. А вот yellow chocolate решил выдать запоздалую гроздь весеннюю. Зимой цвести не захотел. Вот весной выдал 3 ароматных цветочка. Там уже все отцвели. Нужно поубирать старые цветоносы. И не успела я вам отснять черную орхидейку. Она орхидейка-бабочка у меня. Без названия пока что. То ли черный принц. Ну, предположения тоже разные были. Вот такая она тянула-тянула цветонос и выдала один цветочек. Ну и тянула его вот отсюда. Из старого почку раскрыла и вытянула. Здесь у меня леодоры продолжают цвести, хотя большинство цветочков уже тоже отпали. Ароматные. Это она у меня на солнышко попадает. Вот у нее капельки нектара появляются. Конечно, надо присмотреться, проверить, чтобы это не вредители были. Но она у меня по вечерам, на нее светит солнце. На закате. Вторая леодора вот отцветает уже, сбрасывает цветочек. И у второй, видите, цветонос короткий, а это длинный. Да и размеры они совсем разного. Фальтера Анжел держит еще чуть-чуть цветочки. Но давно-давно цветет уже. А здесь в основном стоят вот те вот засушенные орхидейки, которые мы забирали. Совсем сушничками. Вот они. Все бодрячком.
Надеюсь, что в следующем сезоне уже будут цвести. Посмотрим хотя бы. Некоторые мы видели, как цветут, они были с цветочками, а некоторые нет. Вот здесь тоже, видите, капельки выдает. Тоже на солнышко попадает, так что аж листочек немножко пригорел. Но тоже надо бы, если честно, проверить, что так капелек сильно много. Надо их стереть и посмотреть, потому что так вредителей не видно. А еще цветет у меня адениум одним цветочком. И орхидея, которую я покупала в Икее, она была вот такой странной и есть тоже такой странной. Пилорик бабочка, вот так на одну сторону. Здесь у нее, видите, налево лепесточки отогнуты, здесь направо. Нижняя более закрытая. Она тоже более салатовая сначала. А потом цветочек становится бледнее. Видите, какие точечки интересные. И венозные, и точечки, и все в подряд. Ну а новинки этого года я вам показывала в отдельном видео. Ну а на этом пока что все. Будем ждать зимнего цветения. Так что увидимся. Всем пока.